Да, перший хвилин. Тут гоклювка. Смотри, медленная проводочка. Всем привет, друзья. Ну что, пошли на рыбалочку сегодня. Я думаю, половить ставриду. Раз бы был, чтобы карасик поклевал. Или может с утра сарганчик будет. Время сейчас 5:30 утра. Даже пар изо рта идет. Холодновато немножко. На место мы пришли в 6:30 утра. На пирсе тогда было 2 рыбака. Они ловили ставриду изредка. Я не стал ловить ставриду, потому что она была очень мелкая. Первую рыбку я поймал вот так. Это типа маленькая пеленгас. Хорошо, понял. Было много хамсы прям под пирсом, она клювала постоянно. Кстати, многие недооценивают эту рыбу. Она очень жирная и вкусная, если ее пожарить. Хамса. Хамса. Да где? Что-то клюет слабо. У тебя обои, блин, они повисли на крючках. Если курица есть, курицам хоть на корень или кошек. Так кого дергаешь? Ты... Вытаскивай их, курицы. Вон я улаживаю, поймали, вон. Ну, я что? У тебя два крючка? Вон, а вон на двух крючках. Там целая стая, я думаю... Где-то к 7:30 народ начал подтягиваться. Хамса пошла. Я решил поменять место, потому что кроме хамсы ничего не клевало. Там меня ждал небольшой сюрприз. Такого я точно не ожидал. Вот это поклевка. Да пусть, ты лучше помоги вот эту снять. Кусака. Ну что, будешь гладить? Надо погладить. Да я отпусти хочу. Да я сам хочу, я же распутать надо. Можно? Интересно. Ну вроде все целое. Аппарат летучий. Так что можно ее отпустить будет. Вот такая чаечка. Что, можно на суп? Она еще и палец пытается прокусить. Ну, так немножко больно, конечно, кусается. Открой. Тихо, открой. Что, отпускай, да. Не попадайся, Боже. Около 8:00 пару человек поймали по одному саргану. Я сейчас говорю о том, что я видел. Может, конечно, кто-то еще ловил. К 9:00 на пирсе было уже около 30 человек. Но рыбу особо никто не ловил. В итоге я поймал одну чуларку, много хамсы и одну чайку. У моего друга клюнула одна крупная зеленуха, ну и тоже он хамсы наловил. Вот так вот мы сходили на рыбалку 28 октября. Рыбаков больше, чем рыбы. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся в следующих видео. Всем пока!